Вы знаете, что по нашему совместному решению с правительством Вологодской области мы полноценный фестиваль Voices, который, я надеюсь, все здесь любят и ждут, проводим раз в два года. И в связи с этим в прошлом году после фестиваля, посовещавшись с командой, я принял решение развивать новый формат, который является параллельным и, скажем так, дополняющим для большого фестиваля, который мы делаем с Кариной, с Максимом и с нашими остальными коллегами. Этот новый формат, который называется Voices Дни и Дни Voices, который, вероятно, будет переименован в какой-то момент в нечто самостоятельное, без Voices, является для нас возможностью недорогой, поскольку мы понимаем, что нет цели взять как можно больше ресурсов у спонсоров и партнеров, недорогой и успешной, скажем так, площадкой для того, чтобы продолжать показывать современное европейское и российское кино людям в Вологде и, возможно, в других регионах. То идея в том, чтобы не делать культурную встречу один раз в два года, а делать ее как можно чаще. Пусть, если мы можем себе позволить значительное мероприятие с пикником, с концертами, со встречами и так далее, не так часто, но серию показов, встреч и хорошего настроения мы можем, наверное, позволить делать почаще, и мы знаем, что это важно. Тем более важно в нынешнем непростом мире, где культура играет все больше и большую роль для того, чтобы стать чем-то вроде параллельной дипломатии, и объяснить людям, что дружить лучше, чем не дружить. Это три замечательных дня, которые пройдут в городе Вологде. Они будут связаны с молодым, по-прежнему европейским и российским кино. Соответственно, это не только фильмы, это и те вещи, которые сопровождают фестиваль, большой фестиваль Voices, это и мастер-классы, это и встречи с теми людьми, которые приезжают. То есть все то, что может заинтересовать тех любителей этого фестиваля, которые приходят на фестиваль каждое лето или теперь раз в два года. Есть сформированная группа тех людей, которые любят этот фестиваль. Ну, наверное, все вологжане каким-то образом об этом знают. И теперь не только вологжане, но и жители Череповца. И вот эти вот дни как раз они являются анонсом фестиваля следующего года. Я думаю, что мы будем обсуждать, когда, как и что будем проводить. Ну и, соответственно, уже приступим, как и планировали в прошлом году, подготовки следующего фестиваля в этом году. Я так понимаю, что программа фильмов уже, наверное, сформирована, но мы будем обсуждать все организационные вещи, вещи, которые связаны с подготовкой фестиваля.